Добрый день всем тем, кто смог пережить новогодние гуляния и при этом не погибнуть от алкогольного отравления. Не волнуйтесь, я вместе с вами. Однако, к сожалению, глядя на свою скорость прохождения и частоту выхода видео, мне придется урезать его финансирование, что значит, события сюжета теперь будут развиваться в пару раз быстрее, а некоторые менее интересные детали пропущены, дабы не торчать тут еще 10 эпизодов. Итак, если вы глядели прошлую часть до конца, а если нет, рекомендую это сделать, остановилось все на фрагменте, когда какие-то неизвестные челики на огромных бурах появились рядом с городом Кор-Сити и перебили часть его охраны на месте своей дислокации, перед смертью назвав их безликими. Пошлявшись по станции после сна, удалось собрать у местных вот такие вот про них данные. Большинство говорили, что безликие пришли нас поработить, захватить и тому подобное. Но Джонас рассказал о встрече с ними со своего опыта. Безликими их кличут, поскольку никому никогда не удавалось увидеть их лица под маской, а некоторые считают, что его вообще нет. Отсюда произошло такое название. Это такой кочевой народ разумных существ, перемещающихся по подземке путем бурения подобных тоннелей в самых разных ее частях. По слухам, у них есть свой жилой город, где-то в центральной части глубоких пещер, где обычный человек бы физически не смог выжить. Опять-таки, это может быть неправдой. Зачем же они показались, никто, в общем-то, и не знает. Дед говорит, что, будучи крайне опасными, проходчики не всегда настроены враждебно. Обычно они не нападают на людей за просто так, уж тем более не пытаются захватывать станции. Обязательно должен быть фактор, который бы их спровоцировал. Тем временем Горский собирается поехать в Кор-Сити для того, чтобы разобраться в ситуации. Его человек сообщил, что на текущий момент безликие заблокировали туннель из города на север, чтобы на помощь не пришло подкрепление из солдат протектората. Попасть в сам город они пока не пытались. А еще Вера должна выдать нам работу. Ее беспокоит пропажа двух наших людей, отправленных по торговым делам на север, Лоры и Терри Бейкеров. Последний раз они выходили на связь в Кор-Сити. Из-за землетрясения, произошедшего раньше, они не могли попасть на ССГ и скорее всего остановились на переезде, а может и нет. И как маленький бонус к этому комбо из неудач, к нам пришел сигнал о запросе помощи со станции Переезд, где тоже веселье ради появились безликие ребята. Так как Переезд — это наши братаны по торговле, в помощи им отказать нельзя, иначе они перестанут поставлять нам контрафактные мемы и прочий запрещенный контент, без которого станция прекратит существование. Намек понятен, однако я не собираюсь идти по тому сценарию, какому хочет игра. Думаю, у каждого была жажда исследования игрового мира, пускай даже в третий раз. Тем более, что пока я занимался всякой фигней, мне пришло письмо от Гарольда. В нем он просит зайти к нему по одному делу. Говоря кратко, у наших запасных генераторов электричества заканчивается запас батарей, и посему с этим нужно что-то делать, дабы питание не пропало в самый неподходящий момент. Решение может быть на старом заводе по переработке батарей к востоку отсюда. Нужно его обшарить и, возможно, найти там что-нибудь полезное. Кстати, что насчет Эзры? Имя Уайт Пир ему ни о чем не говорит. Ну, кто бы сомневался. Мы его с кем-то спутали, и вообще иди ищи в другом месте. Этот рюкзак с ушами больше ничего по этому вопросу не сообщает, и допрашивать его дальше бессмысленно. Поэтому следом едем вниз для поисков дороги на восток. Путь мой прервался раньше, чем я ожидал, из-за чего пришлось топать обратно в магазин за динамитом. После завалов сразу показалось какое-то неизвестное строение, вроде это и есть тот завод. Пройдя еще немного дальше и зачистив местность, просовываем свою тушу в вентиляцию и оказываемся в офисном помещении. Вход на сам завод закрыт, судя по всему, желанием разработчиков. Прошерстив ящики, отыскиваю пульт управления. С его помощью можно давать команды роботу в запертом помещении. В общем, это что-то вроде мини-игры. Ее суть в постепенном отключении электричества, затем, чтобы мало-помалу добираться до генератора, включающего питание в комплексе. Если вы спросите меня, откуда тогда в обесточенном здании эти разряды на полу, я отвечу, сейчас бы в вашем возрасте не знать базовой физики, да и кому не насрать. Робот доезжает, вследствие чего дверь теперь можно открыть, и в одном из офисных помещений лежит необходимый предмет, а именно чертежи оптоэлектрических батарей. Тут меня посетила мысль, а зачем возвращаться назад прямо сейчас, если можно еще помусорничать в открытом мире и отыскать много интересного. Оно себя долго ждать не заставило. Около завода стоял знак с надписью «У нас есть мясо, лагерь Хатор». Неужели это одно из сел тех каннибалов, которых я встретил в туннелях, а теперь они выбрались и торгуют мясом людей в открытую? Ну, я бы не удивился. В действительности это просто лагерь охотников, занимающийся поставкой мяса животных другим станциям. Еще Большой Брэд раньше написал, чтобы мы пришли к ним и помогли с их проблемами, если не хотим остаться без мяса и жрать пыль из-под холодильника. Погуляв по городу и найдя одну отсылку, я встретил главу лагеря, человека по имени Эдгар. Поначалу он мнется, но потом рассказывает, что после землетрясения на них стали постоянно совершать раш набеги
побеге орды могильщиков. То, что осталось от предыдущей волны, было видно еще при входе. Лезут они из бывшей угольной шахты неподалеку. Туда уже отправляли несколько человек для разведки, но результат очевиден, обратно никто не вернулся. Эдгар не знает конкретного решения, и вся его тактика – отбиваться, пока жуки не закончатся. Мне же нужно придумать, как эту дилемму решить. Причем никаких очевидных подсказок никто не дает. В списке заданий сказано – идите в шахту и найдите способ их остановить. Все. Оказавшись на месте и успешно зачистив этот притон с попытки 10-й... Наверное, самая приятная вещь в игре. Была обнаружена лестница, поднявшись по которой... Я ничего не нашел. А затем подумал, у меня есть динамит, а у локации есть груда камней. Объединяем эти два понятия и смотрим на результат. По идее, все было сделано правильно. Сейчас я даже вспомнил, что Эдгар говорил о подземной реке в шахте. Видимо, так и нужно было. Тогда почему, возвращаясь, самая первая зачищенная мной локация опять была заполнена могильщиками? Прошло меньше получаса, а их популяция уже восстановлена. Однако, работа выполнена. Эдгар доволен и разрешает выбрать одно из оружий в качестве награды. Арбалет или автомат и так далее. Можно было выбрать мачете, но как рыночный торгаш, чем я иногда промышлял, играя в ней видео, выбираю снайперскую винтовку, ибо она здесь самый ценный предмет для перепродажи на базаре. Несмотря на мою помощь, в улыбке Эдгара явно была видна скрытая боль, носящая имя Король Крысоволков. Это такой человек, живущий с кучей своих питомцев. Непонятным образом он научился их контролировать, выдрессировал или нечто подобное, так что они теперь подчиняются его командам. Помимо этого, он сам по себе очень имбалансный и убил многих местных охотников при помощи ловушек и физической силы. Конфликт между ним и лагерем начался еще во время прошлого лидера, ибо крысиный отец считает эту территорию своей, в то время как жители и прошлый лидер Гидеон своей. До сих пор так все и осталось. Для начала короля нужно отыскать, поскольку охотники понятия не имеют, где он может находиться. Далее с ним нужно разобраться и принести в качестве доказательства смерти его голову. Проходив через пещеры, была замечена большая группа крыс. После разборок и прогулки дальше, на меня напал смертоносный сталкер. Для расширения ваших познаний об игре, стоит сказать, что вот это одна из самых скрытных, изворотливых и опасных мразей во всей игре. У него есть одна маленькая особенность. Он жалит вас ядом, а затем телепортируется в параллельную вселенную под названием Потолок. В подземке люди не знают, что это, и даже не могут его видеть. Поэтому сбить жука оттуда нельзя даже гранатой, не говоря уже про тапок. А самое веселое происходит, когда яд начинает действовать, парализуя персонажа. Эта жижа спускается и поедает его, пока тот беспомощно стоит, не в состоянии что-либо сделать. Если есть при себе антидот, я советую подумать дважды. И плюс еще урон от самого яда. В общем, давай не выпендривайся и загружай последнее сохранение. В дальнейшей пещере было пустое поле с трупом в центре. Будь у меня персонаж с непрокачанными ловушками, пришлось бы реально туго. Вся эта местность заставлена разными капканами, химическими минами, и как все это обнаружить без восприятия или умений, наверное, можно проверить гранатами, непонятно. Но так как Пацюк может их видеть, то я просто снял и прикарманил все, что смог найти. А что же ждет дальше? Все то же самое, только теперь в огромном многоуровневом лабиринте с кучей тупиков, прохода вверх-вниз, выход из коего один и находится в самом конце. С него я тоже украл все ловушки и, дойдя до конца, попал в логово короля крысоволков. На самом деле он не такой уж дикарь, как о нем говорили, ведь он соглашается пойти с лагерем на переговоры с условием, что я выступлю между ними посредником. Король хочет, чтобы его владения, а именно вот эти пещеры, что к югу от лагеря, и южную часть охотничьих угодий оставили в покое, и Эдгар убрал оттуда своих людей. Тогда он дает свое слово, что не будет нападать на жителей лагеря и уберет ловушки с их территории. Требования ясны и понятны. Осталось выслушать другую сторону. Кстати, еще он рассказывает о коротком пути в обход всех его пыточных лабиринтов. Находится он тут за углом. Эдгару не понравилось, что я решил заключать мир без его разрешения, но по итогу он согласен на предложенные условия. Вот так конфликт длиной в 4 года был решен простым разговором. Король доволен, им награду дает модный крысиный прикид с неплохими характеристиками и увеличенным получаемым уроном от огня. Ну, такое. Ему еще можно рассказать смешной анекдот, ну, чтоб чисто поехать. Можете проверить и написать, что из этого вышло. Возвращаюсь в лагерь, и Эдгар, помимо 300 монет, тоже дает нечто интересное. Он предлагает научить
научить это существо охотничьему мастерству, и персонаж реально получает новый навык. Мне нравятся подобные механики, когда, взаимодействуя с окружающим миром и людьми, главный герой может чему-то научиться, влияющему на дальнейшее прохождение. Это интересно. Теперь можно идти на ССГ, по дороге подравшись с одним поехавшим и взяв у него неплохой нож кукри, который я почему-то так ни разу и не использовал. Вернувшись со скоростью 2 шага в минуту, отдаю Гарольду его чертежи и сообщаю Брету, что в лагере теперь все нормально, а станция продолжит получать свои бургеры из пещерников. Позанимавшись важными делами, на очереди появляется следующая значительная штука. Разговор с Таннером насчет помощи черным угрям в захвате свалки. Так как вопрос очень серьезный, приходится созывать совет. На него приглашают и меня. Таннер объяснил всем присутствующим ситуацию с бандами и протекторатом. Вера топит за то, чтобы мы вообще в это не лезли и поможем спровоцировать протекторат на конфликт, и нам нужно продолжать интеграцию в союз станций. Таннер отвечает, что объединенные станции не особо-то крутые, нет никаких гарантий того, что протекторат после помощи одной из банд не захочет забрать свалку себе. Вера говорит, что они захватывают территории по отношению к нам, но при этом могут посчитать нас агрессором. И тогда спрашивают мое мнение. Предлагаю встать на сторону черных угрей. Пока. Если позже мы решим вступить в объединенные станции, у нас будет более выгодная позиция на переговорах. Позже выносится вердикт. Мы решили помочь черным угрям. Роман уже направляется туда, чтобы обсудить с Сайлосом план сражения, если, конечно, они примут наши условия. Он также ожидает, что вы примете участие в операции. Пока что участвовать в разборках банд мне еще рано, хотя в качестве подготовки я поплыл на свалку и установил в нужное место взрывчатку. Также еще выполнил один квест на станции от Харлана, но произошел конфуз и запись с ним не сохранилась. Теперь персонаж чуть подкачался, чего все еще не хватает. Кстати, завалы, блокировавшие работу метро, уже убрали, и теперь можно свободно колесить по станциям. Я веду к тому, что работы на ССГ больше не осталось, а на переезд ехать как бы разрешается, но проходить его сейчас будет болезненно. В Корсити тоже смысла нету, остается только Литейное, куда мы сейчас и отправимся. Приехав, из диалога с девушкой становится понятно, условия жизни здесь не самые лучшие. Все охранники, которые находились на перроне, постоянно кашляли и хрипели, как и она сама. Причина в том, что Литейное скорее металлоплавильный завод и шахта, где проживают люди, чем станция. Выбор у населения небольшой, или умирать медленно от загрязнения воздуха, при этом безопасно живя в Литейной, или жить вне станции и погибнуть в подворотне от местных бандитов. Леони сообщает, что сейчас шахта, к сожалению, закрыта, по причине нападения каких-то зверей. Говоря кратко, шахтеры открыли новую пещеру, из которой полезли агрессивные существа, о чем стоит узнать поподробнее в самом городе. На самом деле была еще одна причина приехать сюда. Тут продается, наверное, самый качественный металл, и для новой брони он очень скоро понадобится. Подробнее о существах рассказывает бармен. Он описывает их как животных с панцирем из камня и торчащими в нем металлическими шипами. Интересно. Побродив еще немного, кто отвергнет черта, тот будет страдать. Поговорив с жителями, а еще встретив старого друга Горского, рассказавшего информацию об одном торговце, дорога вывела меня к офису мэра Литейной. Он не особо рад меня видеть и поначалу не желает рассказывать про существ и шахты, доказывая, что их станция очень богата и способна сама о себе позаботиться. Но на вопрос, а почему тогда, если вы такие крутые, вы до сих пор не решили эту проблему, мэр отвечает: окей, почему бы не дать тебе шанс. Некоторое время назад шахтеры нашли залежи хрома и начали копать в их направлении. Вскоре они наткнулись на создание в панцирях. Они оказались агрессивными и опасными, но при этом смертными. Реальная же проблема в звере, таком же существе, только в несколько раз большем. Вот он порвал местную стражу, и ни пули, ни гранаты, ни огонь его даже не повредили. Именно по этой причине закрыли шахту. Как вариант, ее предлагают завалить, но шеф охраны советует вначале поговорить с одним выжившим после стычки бойцом по имени Сабан, находящимся у входа в шахту. Возможно, он расскажут, что нового. У начальника шахты тоже могут быть полезные сведения, поэтому с ним лучше пообщаться. Также меченосцы, теперь будем звать их так, пробрались в жилые отделы и из-за этого начали пропадать люди. Это вторичное задание, о нем мы будем думать потом. Еще я зачем-то взял задание на убийство главы местной банды по имени Бейлор, но сейчас займемся шахтой. Маркос, начальник охраны, говорит, что мы говно, а шахту подрывать нельзя, иначе месяцы работы пойдут на смарку. И рассказывает про личинок, выпадавших из камней во время бурение шахтерами. Возможно, они как-то связаны с меченосцами. Сабан говорит, что эти штуки безвредны и опасности не представляют. Для понимания того, с чем мы имеем дело, одного из червей лучше поймать и отвезти на ССГ, чтобы Куинтон смог объяснить, кто они такие. Помимо того, что это существо может бурить породу, от него исходит очень сильный пси-сигнал, но при этом у него нет никаких способностей. Расшифровать его значение Куинтон не может и отправляет меня к Эзре. Во-первых, он успокоил бурильщика, просто посмотрев на него. Во-вторых, говорит, что встречал подобное
подобных существ. Эти личинки есть меченосцы, просто в неразвитой форме. Червь зарывается, например, в породу или другой объект, затем развивается, адаптируясь под его структуру. В нашем случае это камень и хром, становясь с ним единым целым. Для подробной инфы об уязвимостях он просит принести ему любую часть взрослого существа. Понял, принял. Вернувшись на литейку, нужно заняться бурильными работами. После победы над камнем лезвие с его спины доставил Эзри. Проведя исследование, он сообщает, что меченосцы не просто покрыты панцирем из хрома, а полностью состоят из минералов, даже их органы в некоторой степени. Так как хром материал прочный, самым подходящим способом будет расплавить его при 2500 градусах Цельсия. Подручными средствами или оружием такой температуры не достичь. Значит, зверя как минимум нужно заманить внутрь литейной. Эзра соберет устройство для приманки, используя ту личинку, что мы принесли, и по идее оно должно сработать. Остается только вопрос, где можно расплавить существо. Мэр оказался против этой затеи, мол, это слишком рискованно. Но кому какое дело насчет того, что он думает, когда работяги не могут плавить металл? Мы не получаем от руководства станции никакой помощи. Далее, поговорив с одним рабочим, он рассказывает про печь по имени Глория, которая может нагреться даже выше нужной температуры. Только вот ее нужно починить, а мэр делать этого не хочет. Попытавшись ее отремонтировать вручную, чуть не сдохнув, я нахожу электрика по имени Уэст. И за 500 монет он будет не прочь подлатать печку. К возвращению обратно она уже готова к использованию. Единственное, нужно немного руды для запуска процесса плавления. Собираем, доставляем, затем ищем братков для помощи в сражении. На мой зов откликнулись Дэн, его турель и Сабан. Как можно заметить, я тоже подготовился и собрал броню и шлем из металла. Хотя пока вместо зверя лезут только его маленькие версии, даже с ними все не так просто, и без капканов нам бы всем уже порвали дирку. Затем врывается их большой батя. После сражения мэр и шеф празднуют великую победу, без какого-либо в ней участия или помощи, за что я на нем публично отыгрался. Однако свои заслуженные шекели, опыт и голову зверя в качестве трофея я получаю. Тяжелая, блин. Дальше Патюка ждала неожиданная встреча с Эвелин. Мадама рассказывает о себе, предлагает с ней выпить, и вроде бы все идет к постельной сцене, но происходит андеррейл момент. Спустя мгновение она уже пытается заколоть главного героя, раздетого до трусов. Поэтому качусь вниз по вентиляции, где уже находится куча трупов не первой свежести, и как можно понять, никакие существа в исчезновении людей не замешаны. Эвелин есть та причина, по которой начали пропадать люди. Проскользнув в комнату с терминалом безопасности, я взломал турели, и они покромсали ее на части. В одной из комнат находится ноутбук, где Эвелин вела свой дневник. В нем можно увидеть, как у нее постепенно ехала крыша из-за мужа, уделявшего ей мало внимания и проводившего все время за строительством данного бункера, во имя черта, о котором когда-нибудь потом. Скачиваем ее дневник на флешку и предъявляем властям в качестве доказательства. Кстати, тут был еще один квест, в нем нужно было убить мужа одной женщины. Хозяин барин столкнул его в расплавленный металл и получил 750 монет. К слову, за зверя дали 1000. Шеф охраны просит про еще одну услугу. К западу от станции была обнаружена группа безликих чубриков. Так вот, не могли бы мы узнать, чего им здесь надо? А на спуске с офисов меня заставлял выпить пробник неизвестной зеленой жижи ученый. Правда, потом он выпил ее сам. Ох уж этот ваш андеррейл. Но
Назови себя. Я Пацюк со станции Саутгейт. Что ты здесь делаешь? Руководство Литейной хочет знать, почему вы здесь. У нас был украден ценный предмет. Мы считаем, что он может находиться в их городе. Если ты поможешь нам найти пропавший предмет, мы уйдем. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Что именно было украдено? Мы не можем тебе сказать этого. Но этот предмет очень необычно выглядит. Люди, которые контактировали с ним, обязательно запомнили бы его. Поспрашиваю местных торговцев. Вор, который украл его, мог попытаться продать его им. Значит, теперь меня будут загружать заданиями еще и неизвестные формы жизни. Большинство торговцев говорит, что к ним действительно приходило несколько подозрительных человек с чем-то непонятным в кейсе и просили за него огромную сумму. Уэсту тоже приносили кейс, но он видел сам предмет и описал его как 20-сторонний многогранник с неизвестными символами и несколькими разъемами. Вполне возможно, что это зарядное устройство. Бармен же видел, как его клиент Хьюго общался с теми людьми, будто со своими давними знакомыми. После чего они вместе ушли, поэтому если хотим узнать больше, лучше разыскать его дом в начале жилого района. Вместо парня там находится его жена. В диалоге она рассказывает, что ее муж привел ту группу людей домой, сказав, что они помогут ему заработать деньги для оплаты долгов, в которые он влез. Больше он не появлялся, но жители видели, как тот направлялся на восток от выхода со станции. Спустя пару кучек бандитов его таки получается найти в восточной пещере, и человек по имени Яцек требует за его освобождение 1000 харонов. А сейчас спокойно поговорим. Банда тех самых знакомых привела его сюда, сдав с потрохами Яцеку за долги, а конкретнее лушпайка по имени Корнелл. У него при себе был странный предмет в кейсе, описание которого совпадает с тем, что сказал Уэст. Зачастую Корнелл обитает в Кор-Сити вместе со своей бандой кислотных охотников, так что поиски стоит начинать оттуда. В таком случае можно доложить информацию безликим. Ты обнаружил предмет? Предмета, который вы ищете, больше нет на Литейной. Он находится в руках человека по имени Корнелл, главаря банды кислотных охотников. Сейчас крайне маловероятно, что этот предмет находится где-нибудь вблизи Литейной. Если ты говоришь правду, то у нас нет причин оставаться здесь. Возьми это в знак нашей признательности за твою помощь в этом деле. Из-за этого предмета ваши люди блокировали Кор-Сити. В то время как мы ценим твою помощь, мы рекомендуем тебе не исследовать это дело далее и не вмешиваться в наши операции в районе Кор-Сити или в других местах. Наше дело окончено. В награду он подогнал мне неплохое плазменное ядро. Сообщаем главе охраны, что безмордые пацаны тут ненадолго припарковались с поисками, но теперь они отчаливают. Ну шо ж, после я побрел за глазом отца бандитов Бейлора. Сидит он на базе железноголовых, так называется его банда. Тут как бы говорить особо нечего. И кроме главной битвы, проходившей в самом центре комплекса, поэтому сюда пришли все, кто мог, все прошло неплохо. Примечателен молоток Бейлора. Он весит 50 килограмм, а для нормального использования нужно минимум 20 силы. За всю игру, к слову, можно прокачать 16. Вернемся теперь потихоньку к Сайлосу и его свалке. Для таких баталий мне не помешает немного пси-способностей. Ну, не зря ведь скиллы прокачивались. Приходим к Паскалю и активируем свои мозговые пси-центры. Затем я научился кое-чему сам и разыскал Итана, выучив все, что он мог мне дать. Как я обещал, чуть подробнее про управление временем и механику пси-способностей в целом. Псионика делится на 4 основные дисциплины, а именно контроль разума, это манипуляции с сознанием других людей, внушение страха и тому подобное. Психокинез, объединение телекинеза с электрокинезом, метатермика, управление температурами объектов и манипуляция временем. Позволяет различным образом изменять течение времени какого-либо предмета на определенное опять-таки время, путем искажения реальности. Однако все не так просто, и поэтому для восстановления баланса реальности каждое искажение имеет свой обратный эффект. К примеру, ускоренный во времени предмет может затем во времени замедлиться, остановиться или иметь другие негативные последствия. В прошлых патчах любые типы пси-способностей можно было использовать через меню. Теперь же все перековыряли, потому что Стигу это показалось имбалансным. Сейчас для них ввели отдельное меню, где способности нужно, так скажем, пробуждать, иннервировать в мозг, но не больше чем 8 штук, а используя способности разных дисциплин, еще накладывается штраф на их стоимость в очках действия. Плюс теперь бесконечно восстанавливать пси-энергию нельзя, ведь добавили максимальный резерв, и его тоже нужно восстанавливать. Да, все настолько сложно, однако не менее эффективно. Базу утильщиков мы дружно приватизировали общими силами, покромсав всех на гуляш. Но и в наших рядах поубавилось. Но не время грустить, ведь теперь Сайлос
Сайлас наконец-то доволен, а мы становимся с ним союзниками. Хотя он предупреждает, чтобы мы опасались оставшихся на улицах утильщинских недобитков. А сейчас остается только помочь брательникам из переезда с их бедой. На месте капитан Эрве, он же руководитель поселка, говорит, что к ним приехали безликие и высадились на южной части станции, захватив магазин торговца электроникой по имени Баззер. Люди капитана пытались отхватить его обратно, но отхватили только майонезный защику. Помимо безликих, местность патрулируется плазменными роботами, типа того, что был на Литейной. Впрочем, у челика Майлза есть идея, как их отключить удаленно. И еще имеется вариант попасть в магазин через старый проход. Перед беседой с Майлзом по квесту был пойман местный нарик, воровавший медикаменты. Это я просто держу вас в курсе. Так вот, по словам Майлза, к югу от переезда есть заброшенный склад. Когда он собирал в нем хлам, то заметил странную вещь, наподобие пьедестала с отходящими от него силовыми кабелями, будто для подзарядки. В центре монумента стояло нечто похожее на энергетическую ячейку. Устройство называется активный импульсный конденсатор и используется для отключения различных устройств высокой мощности типа турелей на большой территории. С ее помощью можно послать сильный импульс в сторону безликих, отчего турели должно замкнуть. Так получилось, что он у меня уже есть. Перед тем, как пойти на станцию, я решил поисследовать ближайшие территории и, поблуждав, пришел, судя по всему, к этому самому складу. Отдаем прибор. Теперь можно отправляться в самую гущу, по стелсу, как... забудьте. В самом конце склада оказывается запертый люк, про который говорил капитан, и внутри оказывается логово могильщиков. Пробираясь с боем до заветного выхода, я натыкаюсь на маленькую будку и нахожу там СВД. Пожалуй, сохраню ее для своей коллекции хлама. В конце оказывается лестница, ведущая ко входу в магазин, и прошмыгнув по вентиляции наверх, вылезаем в магазин, где происходит следующая беседа. Вы слышите голос, который отдается эхом в затылке. Слова звучат знакомо, но вы не можете их разобрать, как будто он говорит на языке, который вы когда-то знали, но забыли. Голос становится громче, и постепенно слова обретают смысл. Подчинись допросу. Подчинись допросу, или мы будем вынуждены биться. Что бы вы хотели знать? Все. Я буду смотреть в твои мысли и извлекать ответы на мои вопросы. Процесс безболезненный и не навредит тебе. И после этого мы уйдем. Металлическая рука хватает вас за лоб, и ваши мысли начинают кружиться в мозгу, как будто кто-то поставил ваш разум на быструю перемотку. Только мысли движутся не в логичной последовательности, а вместо этого ваш мозг прыгает от одной к другой, казалось бы, случайным образом. Они сменяются так быстро, что едва можно различить, о чем они. Через некоторое время это прекращается, и металлическая рука отпускает вас. На мгновение вы стоите в замешательстве, но быстро приходите в себя. Благодарю тебя за сотрудничество. Теперь мы уйдем. Но прежде чем мы уйдем, я боюсь, мы должны покончить с нашим невольным хозяином. Что будет с Баззером? Я боюсь, что он должен умереть. Почему? Я не могу ответить. Подожди, если я не ошибаюсь, вы пришли сюда в поисках чего-то, но не нашли его. Мы знаем, что ты говорил с нами прежде, но это не меняет того факта, что этот человек должен умереть. Слушай, хотя я и говорил вам, ребята, где искать эту штуку, вы все еще не нашли ее, иначе вы бы сейчас не торчали тут. Этот человек может еще пригодиться в вашем расследовании. Это правда. Хотя оставлять его в живых рискованно, мы пойдем на этот риск. Если окажется, что это было неверное решение, мы вернемся, чтобы исправить его. Безликие уходят, а Баззер благодарит Пацюка за спасение его зада. Хочу заметить, что попервой играя, тут произошла, мягко говоря, неудобная ситуация. Ибо мне вообще было непонятно, чего безликие так начали нападать на людей. По итогу мы не то что не поговорили и мирно разошлись, а устроили серьезные разборки. И если вы сейчас играете рядом с этим моментом, или только собираетесь начать, не надо. Не трогайте безликих, просто не трогайте. А на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилась эта часть. Кстати, с недавнего времени вас стало намного больше, чему я несказанно рад. Спасибо за ваше терпение и понимание. Но на этом пора прощаться. Встретимся в следующей части.